Александр Кулагин поблагодарил активистов северной стороны Севастополя за содействие в его 5-летней депутатской деятельности. С 2014 года жители города регулярно помогали вести работу по развитию района. За это время было решено множество проблем в самых разных сферах жизни. Проблемы жителей северной стороны, своих домов, своих населенных пунктов. Это и Солнечное, это и Орлов, все населенные пункты, это многоквартирные дома, все ратуют за общественные пространства. То есть эти люди активно 5 лет совместно со мной вели вот очень важную работу по развитию северной стороны. Депутат собрал активистов, чтобы пообщаться с ними и обсудить планы на будущее. Благодаря общим усилиям вскоре будет разработан проект по строительству музейного комплекса на 365-й батарее. На сегодняшний день данный проект, можно так сказать, уже проработка его запущена. Уже работают архитекторы, предлагают свои идеи. За основу приняты те разработки, которые школьники 31-й школы под управлением Марины Николаевны Гавриленко свои предложения делали. В принципе, для них же это и делается, для детей, чтобы они приходили, они понимали, как эту историю изучать, как на нее смотреть. Руководитель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко отметила участие депутата в патриотической работе. Конечно же, Марине Николаевне Гавриленко. Я добавлю только, что не только вы в нашей судьбе, но и мы в вашей судьбе. Что бы ни случилось, с поисковой работой вы уже не сойдете. Спасибо. В конце встречи Александр Кулагин вручил благодарственные письма. Впереди еще много работы по благоустройству северной стороны. Очень надеюсь, что люди такими же неравнодушными останутся, и за ними будущее. Они с таким бережным отношением и к истории северной стороны, к природе, ко всему будут ее содействовать ее развитию.